Вы настаиваете на то, чтобы... Не проводить. Я стою на своей позиции. В администрации города продолжают обсуждать меры по борьбе с эпидемией гриппа. Напомню, что на прошлой неделе было принято специальное постановление, согласно которому, в том числе, вплоть до специального распоряжения, отменяются все массовые детские мероприятия. Представители управления народного образования и культуры считают, что детей нельзя обделить новогодними праздниками. С другой стороны, специалисты здравоохранения настаивают на 100% выполнении постановления. Это единственная возможность прибрать... сократить и прервать эпидемический процесс. А это дает только просто новую вспышку. Вот и все. Я это четко знаю. Во много раз увеличится заболеваемость, это несомненно. Ситуация серьезная, и тенденции к снижению заболеваемости пока не видно. Во многих школах уже начались досрочные каникулы, а строго говоря, карантин. В продленном режиме работают все городские поликлиники. Тем временем, если в выходные некоторые театры буквально полуподпольно таки давали представления, то с сегодняшнего дня они прекращены и перенесены на январь, в том числе и уже проданные. Например, в Русском театре убытки оценивают в 120 миллионов рублей. Похоже, что выдать актерам аванс до Нового года не удастся. Однако устроители городской праздничной программы не собираются сдаваться ни эпидемии, ни холодам. Так или иначе, праздники пройдут во всех театрах и дворцах культуры, учреждениях и на предприятиях. Завтра, если не помешает очень уж сильный мороз, состоится официальное открытие катка на стадионе «Юность». С четверга начнутся праздничные представления на площади Кирова, а 30-го пройдет традиционный прием у мэра в Русском театре под главной городской елкой. Кстати, что касается уличных мероприятий, то все выступления продублированы магнитофонной записью на случай, если на морозе у актеров откажут голоса. Правда, вот выкупить эти пленки пока не на что.